Некоммерческая организация по защите животных в Греции получила звонок о том, что бездомная собака в особенно плохом состоянии бродит по улицам Аттики. После 3 дней поисков сотрудники нашли его на улице. Шерсть у собаки вся слиплась, а на коже все еще много твердых струпьев, которые выглядят так, словно она вот-вот превратится в каменную собаку. Ван Син, так назвали собаку, был полон страха перед людьми, поэтому персоналу пришлось соблазнять его едой. После успешного захвата он был доставлен на спасательную станцию. Согласно ветеринарному обследованию, этой собаке смешанной породы 5 лет, и у нее была обнаружена чесотка и другие заболевания. Если сотрудники организации по защите животных не появились вовремя, она могла умереть от голода. Сотрудники спасательной станции не бросили его. Они лечили его множеством специальных лекарств, принимали ванну со специальными лекарствами и давали специальные продукты питания, чтобы улучшить состояние кожи Ван Сина. После принятия душа она выглядела так, словно сменила цвет кожи, и ее внешность была совершенно другой. Поладив, персонал в шутку дали ему название «Петра», что в переводе с греческого означает «камень». Петре потребовалось почти 4 месяца, чтобы полностью восстановиться, у нее отросли волосы, и она изменила свою ранее подавленную мордочку, показав редкую улыбку. Ежедневная работа Петры сейчас заключается в том, чтобы найти подходящую семью для его усыновления, но, глядя на его сияющий внешний вид, определенно нетрудно найти нового владельца. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.